история следующей песни такова, что в один прекрасный момент радиостанция объявила конкурс на исполнение народной песни. Проект «Соль». Мы буквально зубами когтями отвоевали себе любимую песню, потому что мы ее очень любим, часто поем, особенно в бане. Ну или в барном ресторане. В общем, и записали ее версию так, как видим ее мы. То есть вот в такой манере, как она бы звучала сегодня современно, вот со всеми атрибутами. И отослали радиостанции, они сказали, это не формат. Ну и тогда мы уже откровенно переписали песню, уже с таким нормальным издевательством, уже улыбаясь, смеясь, а это покатило. Вот поэтому мы все-таки сегодня вам исполним ту самую версию, первую, которую записали мы и которая нравится нам.